хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет необычное видео. Сегодня мы с вами будем тестировать вот такой вот невероятный вибромассажер для тела. Боже мой, как я долго его ждала. На самом деле, реально очень классная вещь, очень многофункциональная и очень полезная для наших мышц, для нашей кожи, для нашей стройности и красоты. Сейчас мы вместе с вами его откроем и затестим. Итак, что входит у нас в комплект этого супер замечательного вибромассажера? Итак, в состав у нас входит... Значит, здесь какая-то памятка, чтобы мы сняли с блокировки. Показывается, как снять с блокировки. Это, кстати, удобная такая функция. Если вы берете с собой в поездку что-то, то можно поставить блокировку кнопок, и не будут они нажиматься во время поездки. Так, в комплект у нас входит инструкция, также сам вибромассажер, и в коробочке у нас здесь зарядное устройство. USB можно заряжать через USB, также идет адаптер к сети, от сети можно заряжать. И вот такой вот для путешествия мешочек, очень мягенький, закрывается для нашего вибромассажера. В инструкции у нас очень подробная инструкция на русском языке. Здесь рассказывается о том, какие программы здесь существуют, как запрограммировать наш препарат, наш вот такой вот компактненький, кстати, очень легкий вибромассажер. Очень удобный, не скользит. Вот здесь вот сзади такая у нас пупырчатая ручка. Она очень легенькая, такая прорезиненная, не скользит. Не зря его можно использовать просто везде и всегда, а главное в воде и на суше. То есть он полностью водонепроницаемый. Это значит, что его можно использовать с разными маслами, кремами, всякими разными средствами для кожи, для тела, да. И также можно использовать его в спа или где повышенная влажность, в ванне. То есть и моется он, кстати, под водой. Здесь еще есть в инструкции у нас очень полезные советы о том, как вообще, в принципе, нужно проводить массаж. Так как он дает лимфодренаж, да, отчасти, очень подробно, как нам делать этот самый массаж. То есть от чего к чему мы должны вести. То есть с этой инструкцией мы точно не сделаем как-то неправильно. Этот вибромассажер, он предназначен специально для того, чтобы мы могли делать себе массаж дома. И как заявляет производитель, что этот вибромассажер полностью заменяет ручной массаж, то есть 100% мы можем делать себе эффект как от ручного массажа. Ну, мне в первую очередь хотелось его попробовать на животе, так как живот — это мое самое проблемное место, и какой-то целлюлитик и упругости кожи мне прям не хватает, поэтому мы будем тестить его на моем животике. Использование такого вибромассажера позитивно влияет на кровеносную и лимфатические системы. Эффект от массажа способствует расширению сосудов, увеличению поступления кислорода и усилению лимфотока, что повышает работоспособность и быстрое восстановление клеток и тканей. Кстати, инструкцию я прочитала. Можно использовать этот вибромассажер на любых практически частях тела, на руках, делать тонус, приводить в порядок вообще мышцы. И вот если мы делаем массаж, то мы делаем, допустим, если на руках, мы делаем от кистей к локтям, да, вот такими движениями, от локтей к плечам. Если мы делаем спинку, очень удобно, кстати, ручка такая удобная, мы делаем вот от головы вниз к шее. И, кстати, ручка очень удобная, прям мы можем проводить по спине. На каждой части тела, на которой бы мы делали массаж, массаж не должен превышать 5 минут. То есть это достаточно быстро, да, немного времени мы потратим на наш массаж. И в общем, если брать весь массаж, то он должен занимать не более 15 минут. Вот, поэтому за 15 минут мы можем привести наше тело в тонус, подтянуть нашу кожу. И все это быстро, легко и компактно. Значит, здесь у нас силиконовая головка, как я понимаю. Здесь у нас 5 программ, то есть в инструкции все расписано, но мы будем на самой простой и на самых небольших оборотах, так как я еще не знаю этот прибор, да, и будем делать все постепенно. Я его уже разблокировала 2 долгими нажатиями на 2 кнопочки одновременно. Произошел такой виброзвук. Вот, и это значит, что разблокировалось. Все, теперь я могу его включить.
И вот он у нас уже завибрировал. Слушайте, ну по звуку очень даже тихо он работает. Ручка также комфортно находится у меня в руке. Итак, давайте приступим к нашему животику. Я покажу с маслицем вместе. Сделаем сейчас массажик. Итак, наш животик на готове. Давайте мы его взбрызгнем маслом. Так как я худела, у меня кожа, знаете, такая, вот ей бы реально упругости придать. Вот так вот я наношу фитнес, вот такой вот фитнес-масло свое. Вот так получается. И включаем наш вибромассажер и начинаем вводить. Мы можем вводить как вот так вот сверху вниз. Также мы можем делать круговые движения по часовой стрелке. Здесь мы можем увеличивать количество оборотов. Но я на минимальных для начала. Ощущений болезненных абсолютно никаких нет. Все очень приятно. Интенсивность можно выбирать самим. То есть, например, сначала начинать более аккуратно, сильно, допустим, не нажимать. По мере того, как вы чувствуете, если вам хочется надавливать больше, то есть делать более такой массаж, видите, вот более углубленный, то я нажимаю сильнее. Но это лично вот по своим ощущениям смотрите. Все это дело 5 минут я буду делать. И посмотрим, что с нашей кожей. Есть ли результат с первого раза. Честно говоря, мне еще напоминает это лимфодренаж. Когда я, помните, ходила в салон красоты, и мне надевали какой-то специальный костюмчик, и вот специальным аппаратом вот так водили по телу. Очень-очень напоминает и по ощущениям, и... Мне кажется, эффект такой же будет, такая конкретная подтяжка. Масло впитывается, я уже вижу. Уже почти впиталось. Ну, конечно, этим вибромассажером намного круче, чем руками даже. Мы так руками не сделаем. Бока можно чуть-чуть делать. Ну что, 5 минут прошло, 5 минут прошло. Мне очень нравится результат, который я ощущаю. Кожа мягкая. Кстати, вот этот вибромассажер, он может более эффективно способствовать тому, чтобы лучше впитывалось средство какое-то. То есть одно дело мы руками это все вмассировали, а другое дело мы это вибромассажером практически все вбили туда, понимаете? На мелких-мелких таких частотах пульсирующих. Поэтому, конечно же, кожа тут как бы само собой понятно станет намного упругая. Чем больше мы будем им пользоваться, тем более упругая она и подтянутой будет. Это само собой разумеется. Кстати, не знаю, как вам видно или не видно, но кожа у меня немножечко покраснела. И стала такая очень мягенькая. Я думаю, это покраснение сойдет, но болезненных и неприятных ощущений никаких нет. Этот вибромассажер мыть нужно в воде, он моется легко и просто. Пойдемте помоем. Благодаря тому, что он полностью водонепроницаем, мы легко его можем мыть в воде. В теплой воде его моем. Все. Ну и ручку помоем, так как у меня руки были в масле. Все, легко помыли. Чистый-чистый. Ну что, мои хорошие, вот такой вот вибромассажер у меня появился. Теперь я могу не ходить в салоны красоты, а делать собственноручно себе качественный, полезный массаж. Быть стройной и красивой. Кожа моя, чувствую, приобретет совершенно другое качество. Еще же входит в комплект у нас вот такой вот мешочек. И очень-очень удобно его хранить вот в таком мешочке. И легко взять с собой. Только главное сделать блокировку кнопок, да, и все положить. Он компактненький, легенький, он не занимает много места и не весит много.
Очень удобно, кстати, что в комплект входит еще и зарядка USB, то есть мы можем заряжать даже от USB, от любого, допустим, там от компьютера и так далее, да, это очень удобно. И точно так же можем заряжать его и от сети. В общем, все это есть в комплекте, и это тоже очень хорошо. И, кстати, он работает до 3 часов, то есть без подзарядки. Вот такой вот долгожданный вибромассажер пришел. Все полезные ссылки, девочки, я оставлю под видео. Более подробную информацию вы сможете прочитать в инфобоксе. Обязательно проходите. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем, кому понравилось мое видео, мой обзорчик, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!